Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск. Фестиваль современной фотографии «Фиксаж» объявляет открытый международный фотоконкурс «Зафиксируй мир 2020». Тема фотоконкурса в 2020 году «Если что-то и не так». Три слова темы конкурса, три ключевых момента любой неожиданности. Со слова «если» почти всегда начинает развиваться какая-нибудь странная ситуация. Слово «что-то» — это чаще всего что-нибудь непонятное, необычное, не такое, как у всех. Ну а слово «не так» одним словом вообще не существует. Зато самых разных и необычных «не таков» полным-полно. Организаторы ждут работы, фиксирующие события, вызывающие добрую улыбку, и фотографии, на которых изображено что-то, что выглядит не так. Все, что нарушает обыденный порядок и заведенный ход вещей. Дедлайн конкурса 8 марта 2020 года. Участие бесплатное. В конкурсе может участвовать любой фотограф, вне зависимости от профессиональной принадлежности и места проживания, в возрасте от 18 лет. На фотоконкурс принимается не более 3 работ от одного участника. Условия внимательно изучайте на сайте fixfest.ru. Оргкомитет конкурса отберет 100 работ, которые станут лауреатами и поучаствуют в заключительной части конкурса. В 2017 году моя работа «Сестры» была лауреатом этого конкурса. Победители фотоконкурса получат денежный приз в размере гран-при сертификат на 65 тысяч рублей. Первая премия – сертификат на 50 тысяч рублей. Вторая премия – 2 лауреата второй степени, сертификаты по 25 тысяч рублей. И третья премия – 3 лауреата третьей степени, сертификаты на 15 тысяч рублей. За приз зрительских симпатий один лауреат получит сертификат на 40 тысяч рублей. Авторы работ, ставших призерами и лауреатами, без особых мест отмечаются грамотами фестиваля и получат фирменную футболку фестиваля «Фиксаж». Победители фотоконкурса будут объявлены 20 марта, а поэтому я всем желаю успехов, удачи, побед. С вами был Юрий Притиск.